Реставрируйте нас. Немой призыв одесского архитектурного достояния снова услышали одесситы на Соборной площади звуком камней, падающих сверху. На этот раз обвалились фрагменты крыши памятника архитектуры, известного как дом итальянского подданного Септимия Вернетти 1874 года постройки. Камни повредили электрические провода и наружную рекламу. В мэрии уточнили, что обвалились примерно 10 погонных метров карниза. Сам дом с 1991 года обслуживает частная управляющая компания «Ренессанс-92». В 10:30 на месте уже работали коммунальщики. Кто будет возмещать и ремонтировать аварийный фрагмент, не уточняется. Напомню, что 8 июля на Канатной тоже обвалился фасад. Чудом обошлось без пострадавших. Камни буквально упали под ноги прохожим.